Бывает иногда такое настроение, когда ничто тебя не веселит. В груди не сердце твердое биение, а что-то твердое трепещет и болит. Когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем. И разговорчивые кажутся болтливые, и слыша их рассказ, ты думаешь, зачем? И хочется схватить себя за голову и бежать куда-нибудь подальше от людей. И сердце, боль, тяжелую, как олово, тихонько выплакать прочь из груди своей. Побыть совсем одним, и чтоб никто не спрашивал, пытаясь понять тоску твоей души, кто сердце скорбь давно в груди вынашивал. Тому приятно быть наедине в тиши. Ведь только в тишине ты можешь Бога чувствовать, и только в тишине ты видишь сам себя. Наедине с Христом ты не хитрить, не мудрствовать не станешь, как с людьми, хвалу и лесть любя. И потому, когда сам Бог дает тебе стремление уединиться, быть самим собой, без тяжести в душе не вкусишь облегчения. Бог посылает все, Он хочет быть с тобой. И знай, когда приходит настроение, когда тебе весь опротивит мир, Господь зовет тебя в уединение. Там для тебя готов духовный пир. Из пира ты уйдешь и сытым, и напоенным. Забьется сердце ровно и легко. Польется песнь хвалы со струн души настроенной, и грудью полною вздохнется глубоко.